Київ інтерактив зі Світланою, зі Світланою Василенко. Привіт усім. Привіт тим, хто налаштувався на Київ 98Ф. Звісно, це Київ Інтерактив. Тому що з будня, з понеділка, до будня п'ятниці ми разом з вами в ефірі о 21.30. Ми також з вами у відеоформаті на нашій сторінці у Ютуб Київ 98 вісімафам. Мене звати Світлана Василенко. І власне до цієї студії я запрошую таких гостей, які можуть вам чітко і по полицях розкласти абсолютно будь-яку тему. Вони експерти, вони професіонали у своїй сфері, а значить, дають відповіді на всі. Ваші запитання. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про коучинг. Але спочатку, якщо ви не підписалися на нашу сторінку на Київ 98 fm у Ютубі, ви це зробите. Ну і власне, оці пальчики вгору я обожнюю, коли ви пицієте. І сьогодні, оскільки ми говоримо про коучинг, я не могла не запросити людини. Здається. Від неї я взагалі дізналася дуже багато років тому, що це таке і навіщо і з чим його їдять. А ще ця людина розказувала міжнародним корпораціям, тому що мені здається, у той час зверталися тільки вони і розуміли, що це таке для того, щоб налагодити процеси всередині колективу, щоб допомогти топ менеджеру розвивати компанію. І вже згодом про коучинг почали на кожному кроці говорити. Але вона була однією з тих перших людей, які. Завезли, як то кажуть, в Україну коучинг Наталя Романенко, бізнес коуч, президент Європейської Федерації. Коуч я можу дуже довго твої різні регалії перераховувати, але в цілому привіт. Привіт, дуже рада вас бачити і знову в цю атмосферу зануритися. До речі, почнемо спочатку, <с оскільки <с зараз, знаєш, за останні не знаю, років чотири з коучами якось швидше це перетворилося, я кажу, знаєш, таким словом, можливо, комусь образливим, інфоциганство. Ну просто на цьому заробляють гроші, не розуміючи насправді, що це таке, і думають, що якщо вони пройшли курси там три дні когось послухали, вони вже все сертифіковані коучі, тому що у них є такий папірець, mm -hmm. на якому написано, що вони прослухали курс. Але насправді хто такий коуч? Ну, во первих і коучі та разне люди. Да? Серйозно. Потому что, чтобы стать коучем, нужно не три дня учиться, а всю жизнь и очень долго длительный там, процесс аккредитации, сертификации. Ты просто так не можешь при... выйти, хотя у нас многие так делают, да, и сказать: я коуч, давайте, приходите ко мне. Нужен сертификат, нужна аккредитация, лицензия. Поэтому инфо это другие люди немножко. Коучи – это специалисты, которые проходили такое действительно серьезное образование, обучение, да, получили, получили такое, проходили много, многоэтапную такую подготовку международную в основном подготовку, и им выдали в итоге, так скажем, разрешение помогать людям развивать свой потенциал да, и достигать своих целей. Просто так ты не станешь. Ну, то есть, ты можешь заявить, что ты коуч, но ты ничего не сделаешь как коуч. Что робить коуч? Ну, в простом таком виде проводят коуч-сессии, да, проводят коуч-сессии для того, чтобы или же успешные люди стали еще более успешными, или те, кто хочет достичь своих целей, раскрыть свой потенциал, понять, кто он вообще есть на самом деле, что он стоит в этом мире, чего он может добиться. Вот со всеми этими вопросами приходят к коучам. Но могу сказать, что более такие молодые или новые поколения, как поколение Z, они уже меньше ходят к психологам или ну, реже, а больше коучами, коуч у них это вот как какая-то там, не знаю, область гигиены, да, то есть пойти почистить там свое мышление. Карма. это к инфо-цыганам, это не к нам. До речи, например, журналисты делятся за какими-то специализациями, так? А коучи делятся за специализациями? Ну обязательно, потому что как можно выбрать, если тысячи коучей, как можно понять, что именно тебе они помогут, да? Вот у меня специализация лидерство, менеджмент, да. У кого-то там семейные взаимоотношения, у кого-то родители, дети. Это, конечно же, специализация всегда есть, их много сотен этих специализаций или десятков, и у каждого коуча есть свои специализации. Ти сказала, що покоління Z зараз менше ходить до психоаналітиків, ходить до коучів, і я пам'ятаю ще коли це все починалося, коли почали говорити в Україні і про коучів, mm -hmm. і про психологів, куди можна ходити. Постійно якийсь такий був конфронтація: коучинг версус психоаналітика. Mm -hmm. У чому різниця? Но до конфронтации даже была до таких боев, доходила, когда встречались коучи, психологи показывали, кто круче, да, что-то пытались доказать. да. Были батлы, слава богу, эти времена прошли, как-то все уже немножко успокоились, и каждый свою территорию отстоял, и там на своей территории работает. Ну, если так коротко, психоанализ, это вообще такая глубинная технология, можно в целом назвать, психотерапия, психология, это люди или специалисты, которые занимаются с какими то с прошлым, с травмами, с какими-то болезненными потерями с какими-то твоим твоими, может быть, такими э, 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 сценариями жизненными. Да, коучи работают в здоровой части личности, со здоровой частью личности человека, и тут более, скажем, у нас веселее, и позитивнее и более, э, может быть, продуктивнее отражается на целях. Да? то есть ты достигаешь целей с помощью коучей, с помощью психологов, психотерапевтов. Все-таки лечишься. А че повинен? Коуч, будь-ешь и психоаналитиком, знать основы психотерапии? А, ну, основы да, но быть психоаналитиком, ну, невозможно, она психоаналитика учится очень долго, и ты можешь... Это... Зачем смешивать две профессии? да? Но знать, ну, у меня, например, есть психологическое образование, да, и это, конечно, очень хорошо, но и это помогает, наверное, разделить как раз, с чем занимаемся с клиентом тем или тем, но этого нету в обязательных стандартах коучинга, то есть это хорошо но этого нет, что как обязательное требование. Кожней людине допоможе коуч. Несмотря в чем, если людина, если человек не хочет себе сам помочь, то ему никакой коуч не поможет. И на вещи вины к коуча и но. за цены дешево не платы. Потому что потому что можно пойти, могу себе позволить, да, потому что модно, потому что думаю, что за меня сделают, да, я могу пойти, вот заплатил деньги, все на волшебным образом раз и все реализовалось. Но если человек не готов ничего делать, ну, ему никто не поможет, не только коуч, но и не психолог, не родители, там, не ни друзья, никто. То коли людині треба йти до коуча, от людина, нібито то здавалося, і відбулася в професії, угу. так і досягла чогось але кажут друзья слухай ты до коуча сходи друзья обычно говорят что лучше пойдем выпьем где-то дам чем до коуча друзья. но если говорят нужно подумать что если у меня какой-то запрос то есть если у меня что-то что я хотел бы или хотела бы решить с другим человеком да мне нужен какой-то другой взгляд мне нужна какая-то может быть сопровождение какие-то вопросы которые я сам себе не могу задать тогда да я иду коучу но если у меня все прекрасно ничего мне не надо и зачем Себя заставлять. щасливо, ви почувствуєте, коли вам треба до коучу до психологу пойти. До речі, бувало таке, що ти відмовляла під час коуч-сесії продовження роботи з цим клієнтом? Ну, очень часто такое буває, тому що. Потому что вот когда люди не хотят ничего делать, я точно не буду тратить свое время. А как ты не знаешь, что он не хочет Он тебе на следующую кучу сесть и говорит, знаешь, ничего не сделал. Не машку не сделал. Да, ничего не сделал. Я планировал, хотел, очень хотел, ничего не сделал. Ну или как какие-то начинаются ожидания, что коучинг этого дать не может, да. То есть, я думала, что вы мне посоветуете, вы мне расскажете, что мне делать, а я пришел, вы задаете мне вопросы. Но коучи советов не дают, коучи задают вопросы такие, чтобы ты сам понял и сам раскрыл свой потенциал. Я нагадаю нашим слухачам Київ 98FM – це Київ інтерактів. Ми сьогодні про коучинг говоримо без купюр. Що це таке? Навіщо кому допоможе у який спосіб вибрати собі коуча? Мене звати Світлана Василенко, Наталя Романенко, бізнес коуч. Сьогодні у мене у гостях. І як відбувається сеанс коучингу? Интересно, интересно, потому что это такое пространство, где все о тебе. Вот человек приходит и, может быть, у кого-то это впервые в жизни, когда вся беседа все о тебе, и тебе полностью внимание другого человека, и полностью разбираются, углубляются во все твои перипетии. Поэтому это очень интересное, скажем, мотивирующее такое мероприятие. Я разумею, чему поворачиваются, да, особенно те, кому некого послушать в жизни, да, вот. И при этом всегда база это развитие чего-то нового, каких-то навыков, компетенций, поэтому такое развивающее, не только мотивирующе беседа, но и развивающая. То есть ты выходишь с планом каким-то как тебе развиваться, что тебе делать, как тебе достичь твоих целей. До речі, чи варто людині одночасно ходити до коуча и до психотерапевта? Да, почему нет? Если вопрос если такая жизненная ситуация, которая требует двух разных специалистов, почему нет? Они работают с разными частями личности, и это будет, наверное, такой более быстрый, может быть, скачок или движение более быстро ускорится. Да? Поэтому почему нет? Можно и к консультанту, и к терапевту, и к коучу, к доктору, ко всем одновременно, если это, это все ускорит. То есть больше ресурс, это ускорит твое продвижение. Психотерапевт, наиболее часто, работает с иногда не один год, uh -huh. достижение цели, проход, который помогает пройти коуч, задавая свои вопросы, он тоже такой длительный? Нет. Коучинг это краткосрочная технология, ее можно повторять потом из года в год, когда тебе надо определенные, да, в какие-то определенные периоды, но это от одной сессии до десяти, да, может быть, может быть чуть больше, но можно разбить себе понимать, что одна сессия раз в десять-четырнадцать дней, но ну, это не больше, чем три месяца встречи, да, происходит. Вот так, тогда там должны быть результаты, должны быть какие-то уже продвижения, шаги. А годами ходить не так не про коучинг. Поэтому это быстрая, более быстрая технология. Вы сразу увидите, есть результат или его нет. Если его нет, то, ну что-то не так. С властного досвида, кто частише ходит до коуча? Женки или чужие Ну так как я бизнес-коучка, у меня мужчины, конечно, больше приходят. Не могу тут не релевантное какое-то мое мнение. В основном в бизнес-коучинг всегда так традиционно, что больше руководителей мужчин, к сожалению, да, вот больше мужчины приходят. В лайф не знаю, не могу. наверное, все-таки женщины не могу сказать. Но бизнес мужчины. Ты очень много работала с детьми, с пиддлитками. С угу. какого века Вот ты порадала батькам? Коли вони бачать uh -huh. якісь запити у власної дитини, звернутися не до психотерапевта, як це зазвичай роблять, а саме до коуча. Ну, где-то с подросткового возраста уже точно можно прям так интенсивно с коучем работать. У нас даже есть коучи, которые специализируются именно на подростках. Да? Можно раньше. Сейчас дети у нас как-то все кризисы сдвинулись более ранние становятся. Вот. И главное, чтобы ваш ребенок мог отвечать на вопросы, мог там обдумывать, анализировать. Но что я скажу в коучинге э, детей всегда то что наверное психологи рекомендуют тоже что если вам пришла в голову что вашего ребенка нужно отправить но ну, пришло в голову что отправить на коучинг пойдите сначала сами сходите там да, обычно запрос он у родителей а не у детей ну вот так вот и где-то с ну вот с подросткового уже прямо хорошо коучинг заходит семейный коучинг бывает да семейные одновременно можно там да партнеры по, по по очереди по отдельности бывает да все семейные вопросы тоже можно решать с помощью коучинга если партнеры готовы оба как раз вот в такой здоровой части своей работать они а застряют каких-то там обидах пусть он пусть она пусть кто-то другой за нас да тогда семейный коучинг достаточно эффективная технология ну мы так много говорили про индивидуальный коучинг, але на заході до нас це прийшло, коли коуча замовляє компанія mm -hmm. для чого? Ну, это корпоративный коучинг, да, называется. Если брать Украину, то у нас корпоративный коучинг, ну, я как корпоративный коуч могу сказать, что он даже раньше, наверное, возник, чем персональный такой, когда сам человек с улицы, да, приходит, заказывает коучинг, и больше там заказов, потому что лидерство, опять же, менеджмент, опять развитие сотрудников, опять какие-то конфликты в командах, командное взаимодействие, это все то, что, где коучинг очень эффективно ложится. Коучинг, в принципе, это такая очень эффективная технология для корпоративного, корпоративного бизнеса. И очень востребованы сейчас как раз командные коучи, проектные коучи и коучи, которые могут работать в удаленном формате. Вот сейчас дистанционный формат, там как раз тоже все, все как раз вот эти навыки и пригодились. Да? И коучи как раз там очень эффективно работают. Коучів так багато, що якщо ти зайдеш в соціальні мережі, mm -hmm. особливо в Фейсбук, ти побачиш всі: в мене половина це психоаналітики, друга половина це mm -hmm. коучі. Мені іноді здається, що якщо я тисну рендомно в когось зі своїх п'ять тисяч друзів, mm -hmm. я потраплю в когось з них, як вибрати? Наверное, не нужно в Фейсбуке это делать. Лучше это сделать в другой социальной сети, в LinkedIn поискать. Да? Там тогда больше такое деловой какой-то направленности соцсеть. А еще лучше обратиться в школы, которые обучают коучи, обратиться в ассоциации, которые сертифицируют коучи, да? в федерации. Есть европейская, международная. Ну, в Украине у нас нет такой сильной федерации в, коуч... в коучинге, да? uh, вот обратиться в федерацию, и вам порекомендуют школы, которые обучают, посмотреть, там 5-10 человек с ними познакомиться, попросить какое-то их видео посмотреть, как они работают. Но как можно вызначить, на что ты у цьому видео, какие <связываясь> запитания ставить коучу? Первое образование. Если у него это обязательно, если у него образование коуч, коуча, иначе он будет что-то другое на вас испытывать. Да. То, есть, то что, что умеет, то испытывает. Образование. Второе. Какие похожие запросы он с кем решал? Если вам нужно... Семейный коучинг, то, пожалуйста, расскажите примеры какие-то. Если вам нужен организационный коучинг, покажите рекомендации ваших клиентов предыдущих. И там, Были ли неуспешные какие-то у вас? По каким причинам неуспешные кейсы, да, какие-то неуспешные случаи? А какие, кто больше всего к вам приходит, расскажите. А вот чем вы обладаете, в чем вы эффективнее всего как коуч? Что у вас лучше всего получается? А что будет, если там, не получится, если мы не достигнем результата? Что вы будете делать? и каким образом будем взаимодействовать вот такие вопросы как бы вы проводили собеседование если бы выбрали очень важного какого-то сотрудника себе там домой на, там, на домашнюю работу да, на работу такой какой-то в бизнес если бы вы отбирали себе даже бы так партнера по жизни да и вот это вот такие бы вопросы задавали позадавайте коучу такие вопросы и послушайте, отзывается, не отзывается. Если вам что-то не нравится, лучше сразу туда не заходить. Как ты говорила, коучей очень много, и можно найти своего. Не стоит себя заставлять и работать с тем человеком, который вам не нравится, вам неприятно, ну или что-то у вас не выходит с этим специалистом. Психологи проходят супервизию. Uh -huh. Психолог ходит до психолога для того, чтобы вырешить right. свои психологические проблемы. Коучи ходят до коучи Обязательно. На у нас тоже есть... То есть, во-первых, и у психологов, и у коучей не особо можно отследить, правду ли они говорят. Да? Я знаю многих психологов, которые говорят, но не ходят на супервизию. Но у нас тоже требования. Ты для того, чтобы перейти на следующий какой-то уровень, получить какую-то сертификацию, ты проходишь постоянно менторинг, супервизию да? и какое-то дополнительное обучение. Ну тут уже залежить від самого чоловіка, потом буде ли он дальше после окончания обучения, будет ли он с собой продолжать развитие. И тут так не в 100% это происходит. То тобто, есть не завжди важливо, сколько років людина практикує коучинг, так по перевиборі. Іноді за два роки людина проходить такий шлях, який інший не проходить за 10. Mm -hmm. Буває ну, таке? Ко... Наверно, бувають, но частіше все-таки тот, кто больше в коучинге, у того больше опыта, чем все-таки 10 превалирует над двумя. Да, да, и да. на завершение нашей размовы <laughs> до какого б, коуча ты бы не радела ходить? Мы не про прозвища сейчас, а про то, <laughs> что, <laughs> что <laughs> вас Я еще не собираю, я не знаю. Мне никогда заработаю вообще собирать какие-то там да прозвища. Ну кому бы не радела бы. Ну кому, кто очень сильно себя пиарит где-то, да, где, когда у него очень много времени на какую-то бесконечная там трансляция пиар, постоянно в социальных сетях он все. Вот, когда другой, тогда вопрос возникает, когда ты работаешь, да. И вот, и вот, наверное, я точно бы к таком гиб гипер там гипер какому-то популярному известному какому-то такому у нас конечно таких коучей в Украине наверное нет у нас больше могут быть такие психологи быть ну, то, что называют там медийные психологи вот если медийного коуча встретите ну наверное я бы не пошла потому что может он и прекрасный коуч но точно цена за там прайс завышен раз в 10 вот вы можете гораздо м -м, дешевле эту услугу такую же получить а может и лучше а да, вот точно я бы не шла к такому а к остальным пробуйте это очень круто. Я сама в коучинге почти 20 лет. И я мне, постоянно я хожу на коучинг, мне очень нравится. И я все любой свой, мне нужно: любую цель, любой проект. Я начинаю с коучинга. Да, не сама с собой, иду к другим коучам. Я дякую тобі за розмову. Я нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам. Ми сьогодні говорили про коучинг. Варто один раз спробувати. От я вам з власного досвіду кажу. Варто один раз спробувати, а потім ви вирішите, чи підходить це вам, чи не підходить. Так само і з коучем, я сподіваюся, поради були практичними і поради вам знадобляться. Наталя Романенко, бізнес-коуч, сьогодні був у гостях у проєкту «Київ інтерактів. Ви нас слухаєте. Що що понеділка, що вівторка, що середи, що четверга і що то Тобто дні будні, о 21.30 І ви на нас дивитеся у будь-який зручний для вас час, у будь-який зручний для вас момент на нашому ютуб каналі Київ 98 fm Ставите пальчики вгору, пишете коментарі. Ну і, звісно, підписуєтеся на наш канал, залишайтеся разом з нами. Мене звати Світлана Василенко. Почуємося і побачимося. Київ інтерактив зі Світланою Василенко.